В этом году День семьи, любви и верности для жителей Вольска стал, можно сказать, общегородским праздником. На территории кафедрального собора Живоначальной Троицы собрались те, для кого семейные ценности – это самое главное в жизни. Конечно, такие праздники нужны, чтобы семьи были крепче, дружнее, чтобы люди и в семьях, и вообще соблюдали традиции, чтобы дети уважали старших, ценили доброту и искренность. Православные в этот день вспоминали святых Петра и Февронию, которые стали символами крепкой семьи и покровителями брака. Поэтому на импровизированной сцене спектакль о жизни князя и княгини. И пусть эта история знакома многим, каждый раз она воспринимается иначе, но всегда напоминает о самом важном. Этот праздник незаменим, он необходим просто нашим русским людям, чтобы укоренялись русские традиции, чтобы укреплялась христианская вера. Любовь и доверие, взаимопонимание и прощение, уважение и забота – это главные ценности, на которых строится любая семья. Но каждый знает, без кого в доме было бы пусто. Дети – это главное в семье! Именно к этому дню, к Дню семьи, приурочили и открытие детской игровой площадки на территории нашего собора. Семья, как-то мало представляется без детей. Эта детская площадка стала центральным местом проведения семейного праздника. Она появилась на территории храма благодаря поддержке предпринимателей, которые оказывают необходимую помощь собору. Настоятель Вольского храма отец Алексий поблагодарил каждого, кто был причастен к установке новой игровой площадки, в том числе и Балаковский филиал АО «Апатит» компании «Фосагро», который уже 6 лет подряд выделяет по 1 миллиону рублей на нужды Вольского собора. Мы уже стали не просто друзьями, действительно мы стали одной семьей. И это на самом деле символично, что сегодня мы открываем эту детскую площадку на радость ребятам, на радость прихожанам. Ребята сразу же испытали все элементы новой игровой зоны. Покатались, полазали, оценили все на отлично, расходиться никто не хотел. А это значит, что площадка в центре города стала еще одним местом притяжения для детей со всего Вольска.